Всем привет! Уже 12 ночи. Все 6 тапков военных готовы к использованию. Мы воюем с анонимными алкоголиками. Они набили около почти 2800, а мы двушечку. И есть время скинуть тапки. И пойду я, наверное, желтым тапочком на вот этого товарища. Все по стандарту. Ничего, как я уже говорил, не меняется. Вот, попробуем. Будем надеяться, что будут желтые камни в достаточном количестве. Так, давайте попробуем что-нибудь придвинуть, присоединить. Комбо выбивает сортану. Еще тапочки. Ой, тапочки, еще камни летят. Справедливости, у меня заряженный герой. Так, у справедливости активирована защита. Но мы не сдаемся и будем глушить справедливость. Так, ну и закончим с Абаканом. Далее Кингстон уйдет, я надеюсь, что он уйдет, не попрощавшись. Ух ты ж. Лечимся Викой. И ждем поступления новых камешков. Скидываем один. И у нас заряжается Джун и Малась. Пробиваем. Наверное, убьем сразу Кингстона, избавимся от него и уже, а вот только сейчас, да, так, Машка будет бить в Малосе, но огонь она, отравление огнем она не наложит. Я думаю, это победа. Да, все хорошо было с камнями. С камнем. Первый шот есть. И вот я смотрю, что... Нет, кроме меня... А нет, Наталья атакует еще. Наталья тоже не спит и атакует. Далее. Что у нас далее? Ну, давайте попробуем пойти сюда. Красный моно, как раз два героя стихии природы. Это нам, возможно, будет на руку. Да что ж ты будешь делать? Пробуем. Противник тоже скидывает тапочки. Так, ну что? Зарядим, судя по всему, Лиану. Вот сюда, может, что-то придет. Пришел кристалл. И что вот как бы сейчас так сделать, чтобы оставить красные камни в игре хотя бы чуточку и снести Фрейю.
ничего не сделаешь, к сожалению. Ничего. Вот если синий подвинуть, ну вот тут в этом и заряде. Ну давай, давайте попробуем. Да, есть контакт. Можно сразу взорвать эти камешки. И пробить могильщиком. Да, вот в такой вот ситуации оказался. Камней нету. Но мне их нужно малое-малое количество, чтобы зарядить своих персонажей. Буквально один. И надо, чтобы магний сейчас бил не Уилбера. Ну ладно, ничего не поделаешь. Продолжаем бой. По тихой грусти будут догорать, но еще, наверное, ход и все, да? Да. Ильяна, кого же она пробьет? Ага. Давайте еще пробовать искать камни. Камни пришли. Пришли. Вот так скидываем их. Только не зарядите никого. Хилимся. И выносим. Ну, как выносим. Пробиваем. Пробиваем в Джуна. Пусть горит, товарищ. И еще раз поможем ему это сделать. Так. Взрываем морду. И заряжаем клыка. Хилимся. Пробиваем королевой. И ждем. Ждем, пока откиснет магний. Его сейчас заклюют, судя по всему. Ну, нет, так нет. Второй тапочек тоже оказался удачным. Как видите. И надо идти искать базу для третьего. Так, у меня один тапочек добивочный. Так, Наталья почему-то набрала 0 очков. Фурия, она не смогла добить. Удивительно. Удивительно. Вот мне можно взять эту фурию, к примеру. Там как раз, в принципе, нет прямого урона, да и в целом, кроме Анзоха, урона нету. Или же вот этих всех товарищей. Там. Так, ну они, конечно, меня достанут. Достанут своими. Ну. Тут, в принципе, тоже нет. Ну, давайте возьмем его. Пробуем. Давайте пробовать. Главное вынести Теллу. И в целом это нам позволяет сделать игра. Ну, я так думаю, я надеюсь, конечно.
Но гарантии нет, конечно. Лиденброк, ты покинешь нас? Нет, не покинет она нас, к сожалению. А еще? Так, миньоны и подхил меня достанут. Так, надо не дать возможности зарядиться Фросту. Пробиваем Еленой. Еще раз. Ставим контратаку. И работаем по флангу Теллы. Ну, я думаю, забираем ее. Забираем. Фрост ультанет. Я думаю, этот добивочный тапочек удачный. Тоже оказался удачным. Так, теперь остались еще три тапка. Зеленый, синий и фиолетовый. Зеленый, синий и фиолетовый. Бальдер мне очень не нравится. Совсем не нравится Бальдер. Уэлла 4 прямого урона. 4 шотера, можно сказать. И одна профессорша, которая будет доставать своей чисткой и отхилом. Анатель, Арес. Ну вот этот. Вот этого послабее, как бы, да. Я ищу в любом случае не сильных, не слабых, средних, но как бы я не пытаюсь получить медали за отвагу. Мне главное набрать очки. Вот так вот я скажу. Еще есть Миха. Может, на него зеленого пойду. А может, сюда пойти в фиолетовом? Арис пробивает? Нет, не пробивает. Давайте попробуем. Так-то фиолетовый тапочек у меня слабый. Стоит ли контратаку брать? Ну, в принципе, можно. Можно взять контру. Или же блочить. Блочить Анатель. Даже не знаю, как сделать лучше. Ну, давайте сыграем на блоке. И как бы и удастся ж блочить трех сразу. Поехали. Кто-то меня бил и не добил. Но до этого я смотрел, шот был. Так, вот оно что-то. Еще фиоловые 3 штучки. Найдитесь, пожалуйста. Вот так вот. Есть они. Они есть. И будем лечиться Ригардом. Только не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только не в него. Да ёб... Что ты будешь делать? Хорошо. Хорошо. Ну, давай. Давай, раз ты... Хочешь, ты этого получишь. Сниму сейчас. Надеюсь, не уб... ну, надеюсь, стычки, да, стычки никого сейчас не убьют. Сниму это все. Конечно же, сниму. Пробью. И поставлю... блокировочку протея. Да, конечно, жаль, но ничего, тапочек годный на самом деле. Жалко, что убили Ричарда, но благо все должно пройти нормально. Блочим, опять скидываем и убиваем. Пусть убивается магний, так быстрее будет.
Все, скидываем камни. И еще раз бьем, даже, а нет, не будем сейчас на всякий случай хилиться. Бьем, накладываем блок. Да, тоже хорошо с камнями повезло, откровенно говоря, очень повезло, потому что я мог бы и не вывести. Эта команда могла бы мощь соперничью не вынести. Четвертый тапок тоже зашел. Осталось два, зеленый и синий. Давайте зеленым, как и хотел, пойдем на Миху. Выберем такой некий такой хитрый ход. Будем бить там, будем бить тех, у кого уже есть по несколько героев одной стихии в команде. Пробуем и надеемся на лучшее. Так, зеленых камней вроде как в достатке. Ну давайте пробовать. Вот так вот еще сделаем. Расчистим поляну. Еще расчистим поляну. Вот. И как же так сделать, а? Чтобы убить Скади. А если так? Хорошо. А так? Тоже хорошо. Конечно, было бы хорошо забрать. Было бы лучше. Я не уверен. Я не уверен. Может оставить пока и попробовать кинуть в Лиану. Подлечиться. Подлечиться, точно. Подлечиться. Сколько жизней? 144. Могу не добить, конечно. Ну давайте. Давайте. А сейчас искать их хотелось бы, чтобы ушел. Ушла. Какой-то он Скади непонятный герой. Полумужчина, полуженщина. Почти кобел. Так, с камнями тоже хорошо. Ну, Ляна откиснет, да, ничего страшного, что делать. Это все Бера и ее проделки. Хилиться пока не буду. Ну, похилюсь хорошо. Вот так. И уходит он тоже на покой. Пятый тапочек. Пятый тапочек тоже удачный. Удачный пятый тапочек. Скажем так. И мне осталось нанести... Ой, сходить одним тапочком. Последним. Синим. Что я запутался. И у меня весь выбор между двумя противниками. Конечно, Елена, Изарня, Тела, это Вика и Сишат. Они, конечно, вкупе составляют мощь, которой, если, в случае, если не будет камней, можно просто потерпеть разгром. Кунхен, Маша... Нейт, Фрида и Кингстон смотрятся, конечно, не менее угрожающе. Если исходить из моего синего тапочка. Даже не знаю. Быстрый. Средняя, быстрая. Фрида средняя и Кунхен медленная. А здесь Тела средняя, медленная Вика, быстро Сишат. Медленная. Ну что, давайте сыграем на медленных героях
противника. Будем надеяться, что повезет. Ну что, давайте так сделаем. Удачи. Так, еще бы синенький, один синенький камень, и можно было... Да, да. И Елена должна уходить. Уходит Елена. И тут еще подскинуть их можно. Так. Да, получаем, конечно, от Сишат. Еще синий один. И нужен еще синенький. Нужен синенький камень. Где его раздобыть? Сишат заряжена вновь. Можно сделать вот так вот. Только не в Вэлу. Нет. Так, делаем так. Режем Кирюшей броню. Пробиваем Глендой. Глинцуем все Вэлой. И теперь на выбор противник, который точно заберет магни. Ну, из Арнию, насчет из Арнии я, конечно, не уверен. Ой, нет, конечно. Ну, тут еще у Тейла защита. Ой. Да, Тейлу тоже. Ну, хорошо, два. Но я думаю, это должен быть... должна быть Вика. Потому что хоть Сишат и быстро, но лечение нам не нужно. Постоянное лечение нам не нужно. Выбью, выбью. Будем лечиться, но мы подождем. Мы подождем, пока пробьет из Арни. И потом сразу подлечим. Надеюсь, никто не отойдет. Нет, конечно, и это хорошо. Скидываем синий в Телу, пробиваем Вэлой и пробиваем магний. С камнями повезло, с камнем повезло. Не устану это повторять. Во всех тапочках повезло с камнем. Ну и все. Пожалуй, все. Военные тапки отбиты. На этом моя война закончилась. Дело за ребятами. Вышел на первое место, но меня могут сместить, конечно же. Но это и не так уж и обязательно. Это не так уж и важно. Главное, что я набрал довольно-таки неплохое количество очков в копилку. 81 тапок у противника. 104 у нас. Разница в чуть более чем в 20 тапков. И почти косарь очков. 900 с лишним. Ну, я надеюсь, все отобьют хорошо. Всем спасибо за просмотр. А результаты войны я запишу чуть позже, уже завтра. Ну, точнее, не завтра, а уже утром. Всем привет. До конца войны остался час. И мы проиграли. Мы проигрываем и проиграли эту войну, судя по всему. И это точно. У нас осталось 17 тапков. Противника 0. Противника счет за 7000. Он задрал высокую планку, непосильную для нас. И за оставшиеся тапки мы вряд ли наберем даже, как мне кажется, 6500. Это очередное поражение в, казалось бы, несложной войне. Но у нас куча разбивов. И поэтому разрыв будет
достаточно немал. Так что вот такая вот очередная проигранная нами война.